село Выры в январе съезжаются все районные народные поэты, композиторы и исполнители авторских песен. Сельский клуб на один день становится местом, которое по капле заполняется творчеством земляков. Фестиваль «Капелька России» объединяет всех в одну дружную семью. По традиции фестиваль проходит в местном Доме культуры, который входит в топ-100 лучших культурных учреждений России. Таким он стал благодаря работе Анны и Валентина Абдюшевых. Именно они не дали закрыться единственному очагу культуры в селе Выры. И ездили в район, добивались, чтобы не отключали отопление. И приносили из дома дрова. И уголь добывали сами, покупали за свои деньги, топил Валентин Васильевич, являясь художественным руководителем Дома культуры. И все вот это вот наследие, которое здесь, сохранилось благодаря вот этой замечательной семье. Основательница фестиваля Анны Ивановны вот уже год как нет в живых. Но ее идеи продолжают работать и сейчас. А двигателями являются дети, внуки и самодеятельные коллективы, носящие звания народных. Все это в память о супруге, бабушке, маме и подруге. Она нас научила петь, научила танцевать, научила играть на пианино. Мы вот с Настей, моей сестренкой, вместе учимся. Я училась, закончила музыкальную школу, она учится до сих пор. На отлично. Да. Мы, как бы династия, продолжатели рода Абдюшевых. Анна Ивановна была тот человек, который всех людей разных объединил в одну нашу большую и дружную семью. Добрейший души человек. Нам ее очень-очень не хватает. Анна Ивановна сама писала стихи, а ее муж Валентин – музыку. Их песни многие участники знают наизусть. Анна и Валентин Абдюшевы и сами капельки, которые собираются и собирают по капле Россию и Ульяновскую область. Капелька России, ты моя судьба, все в тебя вложу я, чтобы ты жила.